Всем привет, дорогие друзья! С вами Некрос, и мы продолжаем проходить Dune 2 The Battle for Arrakis. И как вы помните, в новой миссии нам советуют добавить танки в нашу армию. Что мы и сделаем для того, чтобы победить наглых ордосов. Ну что ж, поехали. И сразу же мы освобождаем местность и ставим... Что ставим? Фундамент для наших зданий, чтобы они сразу же были появлялись здоровыми. Сразу рефайнеры. Я вроде как рефинеры говорил. Говорил, да? Но нет, рефайнеры все-таки. А, он атакует сам же? Серьезно? Да, я могу свои же здания атаковать, если кликну по ним. Это очень странно. Так, это первое. Теперь конкрет. Конкрет. Еще один конкрет за 15. И еще один. Рефайнери. Но у нас, по-моему, на третьей рефайнери что-то денежек не хватает. Теперь надо смотреть, что там по этим. По червячкам. Мы же не хотим. Мы же не хотим, чтобы наш Харвестер скушал червяк, правильно? Правильно. Ну. Так, еще. Construction complete. Так что это у нас охрана тут небольшая. Где? Ох ты. Вот он. Вот он. Вот она. Сюда иди. Главное, чтобы на нас сейчас особо не нападали. Мы же можем его уничтожить? А если не можем, просто его покормим. Харвестер не должен умереть. Сейчас мы сделаем следующим образом. Смотрите. Рефайнери. И Харвестер. Сколько он собрал? Ну давай, сейчас тогда иди, отдавай. Давайте, несите этого червяка. Ну, в общем-то, еще ему надо. Еще машинок. Construction complete. Ну и все. Так. Вот теперь, я думаю, нам тут бояться нечего. Но! Нам надо дальше карту разведывать. Поставим конкрет. Для будущего завода вехиклов, а именно машинок. Так. Для энергии тоже поставим место. Вот у нас теперь база такая. Я смотрю, минералов тут хватает. О, кажется, можно ставить завод. Отлично. Главное, чтобы тут червяков не было. Но здесь минералов, в принципе, пока нормально. Но, кто знает. Потом не хватит уже. Так, а можем ли мы делать танки? Судя по всему, нет. А как нам их делать? Возможно, надо построить... Возможно, надо построить аутпост. Который, правда, работать не будет. Потому что нам нужна энергия. Но мы хотя бы будем видеть карту.
Construction complete. И еще. Опа! Стена появилась. Вон оно как. Естественно, это дело все работать не будет. Так, давай. Насобирались. А где еще один? А где еще один? А, вот он где. Ничего себе. Карта-то огромная, я смотрю. Так, включилось. О-о-о! Я боюсь, что я сейчас иду прямо к Ордосам. А вот тут, скорее всего, горы. Ничего интересного. Появилось... А, апгрейд. Давай, апгрейд. Давай, давай, давай. Харвестер. Еще апгрейд. А, это знаете что? Это, по-моему... Да, мы танк можем построить. Этот апгрейд... поможет нам новую базу поставить. Танки. Мы будем, ребята, сейчас танки делать. Да. Наша мощь растет. Enemy unit approaching. Давай, разведочка. Разведочка. Но они сейчас ко мне пойдут. Чё там? Жестко. Давай, давай, давай. Это ты, разведка, ты разведка. Разведывай. Я просто боюсь, что они сейчас на меня попрут. Уезжай отсюда, уезжай оттуда. Ой, сколько их. Ой-ой-ой-ой-ой. Они сейчас все ко мне попрутся. Ты смотри. Отступаем, ребята, отступаем. Они сейчас все ко мне попрутся. Это будет очень не очень. Это как понять? Это же эти жители, да? Не-не-не. Чё за наглость? Дави! А, энергия хуже дается теперь, да? Дави! Да, они сюда пришли. Ой-ой-ой, у меня проблемс. Very big problems. Хотя танков у меня уже набралось достаточно прилично. Жесть. Это надолго, я чувствую. Танки... А где харвестеры? Харвестеры, собирайте быстрее. Отходим. А, надо задавить. Что там по зданиям? Нормально все? У нас, видите, отключилась энергия. А, потому что малое здоровье. Этот еще и по радару лупит. Так, танки тупят. Танки тупят. Base under attack. О, молодец. Reporting.
Бейте танк. Ну, нам теперь надо подлечить вот здесь. Здесь пока не надо лечить. А здесь нужно добавить. Ах ты! Ты видишь, что они творят? Они опять сюда идут. Так. Валите эту машину. Они все оттуда идут. Валите их. Самое что... Ого. Что так много? Валите их. Еще больше танков. А, ну этот танк с этим будет пока разбираться. Не, ты с ума сошел. Давай, давай, дави, дави, дави. Хорош. Ты посмотри на них. Они же должны автоматически всех атаковать. А, здесь два танка. Кого? Как это понять? Они что, обошлись, что ли? Да. Это будет нелегко. Левый фланг надо немножечко нам подтянуть. И наступать помаленьку. О, все, минус танк вражеский. Все, ребят, начинаем смещаться понемножечку. Танковая дивизия Некроса Харконина начинает выступать. Вообще-то, как вы говорили. Вот так. Все к этому танку. Ого. Так, и этот танк, по сути, всех поведет. А пойдем мы вот так. Веди. Construction complete. Тише. Куда, 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 куда? Хорошо, мы пойдем ниже, мы ниже, пойдем ниже, ниже. Они мимо нас просто идут. Так, один, помоги ему. Остальные за мной. Давим их. Ой-ой-ой-ой-ой. А, он за ним идет. Он его вообще не отпускает. Он не отпускает его. Base under attack. Кого? В смысле? Точно. За фиолетовыми тоже надо следить. Дави их. Хорошо. Сейчас, 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 все будет нормально. Дальше едем. Все нормально, выправил ситуацию. Ну,
О, новый танк сейчас появится. В смысле? Поехали. Мясо. Ой, сколько денег. Вау. Сколько денежек. Больше танков. Куда ты стреляешь? Сумасшедший танкист. Одного танкиста мы тут оставим. Остальные за мной. О, а что-то много вас. Не, надо этого фокусить. Этот танк фокусить надо. Нас уже мало. Как так? Дави. Стой. Перехват. План перехват. Все. А здесь немножечко наступаем. Base under attack. А здесь у меня охранник стоит. Че ты думал? Они все за ним пошли. Двух нам хватит. Еще танк. Вперед. Поехали. Все. Одного мы туда ставим. Вперед. Но мы, конечно, через эти стенки долго будем. Это казармы. А где же их это? О, отлично. По-моему, у нас атака идет отлично. Тут зеленый или мне чудится? Атакуйте. В атаку. Минус бараки. Нет, ты пока тут разберись. Отлично. Так, этого надо минусануть. А, ну ладно, давайте мы просто эту разрушим. Танк едет шикарно. О, новый танк появился. Значит, туда надо идти. Там у них завод. Ну, они, конечно, просто забаррикадировались. Видите, что? У них там завод. У них там завод. Это-то куда смотрит? Надо как-то стенки пробивать. Тут очень неудобная позиция. Очень неудобная. Ну, видите, что творят? Ну,
Они все прибывают и прибывают. Мне их никак нет, они не перебить. Давай. Дальше едем. Вот оно, вот оно. А где главное здание? Так, эти пока разбираются. Танк. Сюда едь. Здесь... А этот-то стоит-то, вообще ничего не делает. Ты чё, дурак? Дави их! Всё? Вот дурачок. Ладно, разберется. Все, минус этот. Минус фабрика. А этот в стену стреляет. Красава. Надо найти строительную. Отлично, минус здание. Где? Где главное здание? Покажи мне. Вот оно. Этот танк догадался все-таки. Доехал. Так, вы с ним двое разберетесь. А, уходит, смотри на него. А куда он стреляет? Своих? Дурачок? Куда? А, ну ладно, тут охрана. Тут еще один. Я понял вас. Ну ладно, стреляй в стену. Как угодно. Нет, он в него палит. Это как понимать? Минус танк. Вот и все. А теперь сюда. Концентрированный огонь. На их вехиклы. Правда, тут у меня танков скопилось. Понеслись. Этот не знает, куда ему деваться. Не, их так разобьют. Так дело не пойдет. Куда ты все? Ой-ой-ой, ну ты, конечно, балбес. Так, не спать. Не спать. Куда ты дуло свое повернул? Они сюда едут. Ты посмотри. Они, короче, в контрнаступление пошли. Ты видишь? Ничего. Все, минус. Давай. О, правильно. Вот это правильно. Это вы правильно мыслите. Так, помоги ему. Так, на всякий случай один танк я оставлю, потому что к ним... Сюда могут эти фиолетовые приехать. Прилететь. Надеюсь, он ничего тут не чинит. Лучше давайте сразу все
base under attack. Тут танчик. А, вон оно что, да. Давай вот это сделаем, ради прикола посмотрим. Это тут пусть останется. Да, видите, я могу штуку. Это передвижная база. Чё так долго? Все в темпе вальса. Минусуйте ему эти. Ну все, видишь. Этот сюда, этот за ним. И все сюда. О! Ну, я думаю, они разберутся, что бить. Не, смотри, недогадливые. Несмышленые танки какие-то. Давай. О, ребят, приехали. Это вовремя. Ну, я уже тут выиграл. Чё они сделают-то? Все, танков больше ставить нельзя. У нас максимум танк. Ну, вообще максимум всего. Это сквозь стену лупит. И это тоже сквозь стену лупит. Его. Ой, прям сразу два здания. Воу-воу, хорош. Ребята, не тупите. Надо село уничтожить. Это какой бейс? О, он его чинит. Все. Победа. Victory. Отличная работа. Псы ордосов. Ордосовские псы. Издают забавные звуки, когда их убивают. Не так ли? Конечно. Что хорошего в нашей жизни, если мы не можем наслаждаться этим? Какой злобный, да? Sand Warrior. Песчаный воин мы уже... Уже не просто песчаная змеюка, уже песчаный воин. Да, все серьезно. 28 минут миссия шла, слушайте, да. А следующая, наверное, и того дольше будет, да? Тут миссии-то долгие, кстати. Dark Hunter. Так, император помогал ордосам в их последней миссии в прошлый раз. Ну, а трейдесы стали сильнее, пока мы тут прохлаждались. И теперь им нужно преподать урок. Ты должен убрать всех Атрейдесов из этого региона. Совет. Production of carrials will greatly speed up your harvesting operations. Ну, типа, это я и так делаю. Carrials это эти. Самолетики, которые... carrials это самолетики, которые... Хватают, получается, Харвестер и его быстренько, чтобы он не доезжал. Так получается. Интересно. Но это уже в следующий раз. А пока что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии под видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. А также можете это видео посоветовать своим друзьям. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Некрос и всем пока.